Соскучился. Ну, эмоции, конечно, только положительные, тем более победный гол бывшей команде, как бы, да, об этом можно только как бы мечтать. Ну, рад, что так получилось, как бы, команда выиграла, то есть все на позитиве. Наверное, на вас сразу давил груз ответственности. Капитан выводил Городеев в дебютном сезоне высшей лиги, наверное, вот да, это. Да, вы знаете, повлияло. Ответственность, конечно, всегда есть в этом клубе, потому что как бы все хотят от нас большего, потому что по первой лиге как бы у нас большее количество побед было, чем поражений. Здесь бывают и поражения, и победы, поэтому, конечно, ответственность она всегда есть, тем более капитан. Хочется, чтобы зрители верили в нас, поддерживали. То есть никаких таких игр мы стараемся, как можем. Вот две подряд победы, то есть будем надеяться, что в Городее соберется как аншлаг. Будем ждать аншлага и постараемся порадовать победой болельщиков. Болельщики очень ждут возвращения Городея по месту прописки, а команда? Да, мы сами ждем с нетерпением, то есть новый стадион, новое все, наш родной, наше поле, как бы все кочки там все знают, то есть хотим, да, поскорее приехать, сыграть. То есть только, соскучились по родному газону? Да. Потому что нет, как бы не освеждать, для нас тоже не чужой город. Ну, то есть, все равно хотелось бы ажиотажа побольше уже у себя, себя на родном стадионе. Ну и до встречи на Городейском стадионе. До встречи, да, ждем, приходите, болельщики, будем рады вас видеть. То есть, надеюсь, что не огорчим вас, порадуем только победами. Так что приходите, будем ждать.